Ну что, я приглашаю на сцену второго своего внука. Пожалуйста, встречайте. Григорий Файн, младший. Хорошо лежать и думать. Люблю, проснувшись, помечтать. А лучше с книжкой завалиться, читать, читать и снова спать. Но разве это кто позволит? Сейчас начнется кавардак. С утра все рвутся вон из дома, все на лету и вечно так. Вот мама, утром на работу, а к вечеру уже без сил. Им жить всем времени не хватает. Кто их так мучиться просил? Вот кошка, тут другое дело. Лежит, где хочет, развалясь. Услышит что-то, резко вскочит и когти о диван поточит. От лени просто извелась. Thank you.